Добрый день, любители живой природы, цветов, а также подписчики моего канала. Вот посмотрите, как цветет одна из моих орхидей. Именно эту орхидею я называл тигровой, поскольку у ней, ну, вот такие вот пятнышки на цветочках. И сегодня я, наслушавшись в интернете про цитокининовую пасту, пошел в цветочный магазин и приобрел ее. Вот такая вот паста. Вот что из себя представляет такой вот небольшой флакончик с этой пастой. Для чего же она нужна? Цитокинины – это гормоны роста растений. Способствуют появлению новых особей, так сказать. И, в частности, к применению к орхидеям делают следующее. Я вот использую кисточку, макаю ее в эту пасту, вскрыл почки, вот таким вот образом вскрыл почки на отцветшей ветке орхидеи и нанес эту пасту. Также я сделал это в нескольких местах. Вот на этой орхидейке. Вот таким вот образом. Вот в этом месте. И во многих других. Сейчас я нахожусь в ожидании цветение орхидей и жду, значит, сработает ли это так разрекламированная цитокининовая паста. В одном из мест я даже сделал надрез на стебле орхидеи, на побеге, и также смазал его цитокининовой пастой. Надеюсь, что здесь все-таки у меня будет развиваться новая орхидейка. Ну, посмотрим. Быть может, эта паста и сработает. Но если это видео появляется на моем канале, значит, она, эта паста, сработала. Ну что ж, посмотрим, какой возникает эффект. Ну вот, по прошествии 2 месяцев после первой обработки почек орхидеи цитокининовой пастой появились первые результаты. Вот сегодня я хочу вам их показать. За 2 месяца из одной почки вот этой у нас образовалась новая цветовая веточка, которая, видите, набрала бутончики. А все остальные почки, вот посмотрите, вот это образовало такой вот, скажем так, пока не очень понятный, но я так предполагаю, что здесь все-таки будет у меня маленькая орхидейка с листочками. Вот так же почки, посмотрите, они тронулись, скажем так, в рост. Вот еще одна, видите, тут образовался такой маленький зачаток маленькой орхидейки. Ну вот вспомним вот эту вот мою так называемую тигровую орхидейку. Вот посмотрите на эти обработанные почки. Опять-таки у нас она сильно набухла и предполагается образование маленькой новой орхидейки. Также вот на белой орхидее, гляньте, также вот образовалась такая почка, она сильно набухла. Вот еще, посмотрите. Вот почка. Такая вот. Вот в этом месте на отцветшем цветоносе у нас образуется маленькая орхидейка. Ну вот таким образом мы видим, что цитокининовая паста для орхидей работает. Но мне кажется, поскольку здесь у нас все-таки остановилось, мне кажется, развитие. Сегодня стоит повторить обработку цитокининовой пастой
этих уже тронувшихся в рост почек. Поэтому я опять макаю кисточку в циткининовую пасту и повторно обрабатываю эти уже пошедшие, так скажем, в рост почки. Все-все-все буду обрабатывать. Вот так вот. Вот, сейчас покажу вам вот таким образом. Также хотелось мне вам показать две маленькие детки. Такие вот орхидеи, которых корень я также вам в видео показывал, как я обрабатывал корешок. И посмотрите, о чудо, не произошло. Не прошло и полумесяца, как здесь образуются новые корни. Таким образом, все мы с вами видим. Ну, конечно, лучше один раз увидеть и самому попробовать, что цитокининовая паста для орхидей очень хорошо работает. Ну что ж, у тех... Те, у кого есть орхидеи, они отцвели вот эти цветоносы. Но почему бы не попробовать так же, как я? Посмотрите одно из моих видео по обработке этих почек цитокининовой пастой. И пусть у вас дома также пышно и обильно цветут различные орхидеи. Спасибо всем за просмотр!